Это видео я снимаю совместно с Татьяной из Италии. Танюша, большой тебе огромный привет. Вы будете видеть только флакон, вполне возможно, какие-то красивые картинки и информацию, сколько раз наша любимая актриса, которую зовут, произнесла в рекламе, сколько раз «Си». Так вот, я вам расскажу про «Си», где я его взяла, где я его нашла. Я нашла его в салоне «Лика», в концентрации «Eau de Parfum». И когда я его просто вдохнула первый раз, я поняла, что это мое лекарство от депрессии на осень. Я не знаю почему, я безумно в тот момент в него влюбилась. Он мне настолько тогда нравился, просто я вообще не представляла, что можно как-то перенести осень без этого аромата. Он именно женственный, теплый, уютный, нежный, такой он мне казался. Конечно, прошло время, и восприятие изменилось, но если бы осенью 15-го года, когда он стал моим безусловным фаворитом, я его носила куда надо, не надо, много, мало, среднее, я просто носила его каждый день. И потом я вдруг такая: о, 50 миллилитров израсходовал, надо тормозить, а то я что-то разошлась. Вот если бы тогда мне сказали, что он плох, я просто бы, не знаю, вступила в неравный бой на любом уровне. Он мне правда очень-очень нравится. И под настроение, вот под депрессивное, вот представьте осень, да, начинает холодать, начинает падать листва с деревьев. И ты понимаешь, что скоро как жахнет минус 40, а у нас, кстати, этой зимой было минус 40. И так как-то сразу вот хандра осенняя, она связана не столько с тем, что скоро Новый год, а именно с тем, что будут холода. А все нормальные люди, я думаю, не очень любят холода. Поэтому вот касаемо этого аромата, я бы сказала, что осенний прохладный воздух – это именно тот случай, когда он раскрывается в полной красоте. Зимой он уже так не звучит. Я попробую еще осенью, но вот именно для меня это было лекарство от депрессии на осень. И оно подействовало. Кстати, то, что касается ароматов, именно вашего настроя, именно вашего отношения к нему, вы, мои дорогие, просто и легко поймете, что от того, как вы настроены на этот аромат, так и он будет действовать на вас. Черная смородина, слышу. Листья смородины, слышу. Те, кто любит смородину, это точно однозначно для вас. Мне он нравится и нравится по сей день. И он у меня в любимчиках, и моей маме он понравился. Я ей тоже купила, тоже подарила. Но салон Лика и салон Мажор и Лика, вот они именно занимаются парфюмерией, причем в данный момент всякой разной. А именно там идет и элитная парфюмерия, и лимитированные коллекции вы можете найти, и парфюм совершенно бюджетный, и совершенно даже там представлены сетевые марки, такие как Oriflame, Mary Kay, Avon и так далее. То есть ребята мыслят достаточно широко, которые там работают. И там можно подобрать парфюм на любой вкус и на любое настроение, на любое время года. Всем рекомендую, кто еще не понял тему парфюмерных гардеробов, подписаться на мой канал, задать вопросы, я все вам разъясню. Точно сейчас просто вкратце, потому что у меня 30 секунд. Так же, как зимой, летом, осенью, весной вы носите одежду, обувь, и на каждый определенный сезон у вас определенный гардероб, то же самое касается ваших ароматов. Я очень уверена в том, что Татьяна из Италии придерживается тем же самым мнением, что и я. Танюша, еще большой тебе привет. Ну а всем всего хорошего. Пока.
think your shoes are sick.